Число государств, в мире, на территории которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, достигло порядка 170. Общее количество зараженных 381 499 человек. Из них 101 794 человека выздоровели. Для 16 557 человек заболевание закончилось летальным исходом. Наша республика в числе стран, где относительно поздно появился первый случай заболевания, что свидетельствует об эффективности проводимых комплексных мероприятий. Принимаются все необходимые профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете министров, главный государственный санитарный инспектор Республики Нурмат Атабеков рассказал об эпидемиологической ситуации на территории Узбекистана, состоянии зараженных людей и задачах, которые должны быть предприняты для предотвращения распространения коронавируса. В Республике Узбекистан коронавирусная инфекция зарегистрирована в 49 случаях. Все эти пациенты находятся в научно-исследовательском институте вирусологии и получают лечение. Состояние у 10 пациентов остается средней тяжести. У них наблюдается, согласно рентгенологического исследования, клиника пневмонии. У остальных пациентов состояние оценивается как удовлетворительное. У нас в республике более 11 тысяч наших сограждан отбили карантинный срок, прошли карантин и отпущены домой. На сегодняшний день в карантине находится более 20 тысяч наших соотечественников, которые были в контакте с больными коронавирусной инфекцией и приехали из эпидемически неблагополучных регионов. В Республике Узбекистан введен режим карантина. Это означает, что мы должны резко сократить общение, меньше контактироваться с населением. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, если мы по-прежнему будем оставаться в активном режиме, тогда, будучи больным, мы можем за 30 дней заразить 406 человек. Если мы свою же активность сократим на 50%, число заболевших от одного больного сократится до 15. Если мы сократим свою активность на 75%, значит, от одного больного с коронавирусной инфекцией могут заразиться всего 2,5 человека. Это означает, что ситуация в Республике Узбекистан по коронавирусной инфекции зависит от всех нас. Мы должны соблюдать все требования карантина, осознать полностью свою ответственность. В обратном случае мы можем оказаться в сложной эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции.